Всем привет! У нас сегодня историю, проба костюмов для съемки рекламы, для кошачьего корма с моей кошкой. Вот первый вариант. Сейчас съем. Сейчас я буду переодеваться. Я думаю, все пройдет быстро, мне уже... Вот, это, кстати, мое платье. Второй вариант. Потом не буду я прическу все дела подбирать под образы. Пока буду фоткаться в этом образе. Смотрите, получается, место, где подбирают одежды. Щу-щу-щу, какая коллекция. Обувь, там еще есть три комнаты таких. Каждый размер, каждый возраст по цветам. Так, это моя вторая... Нет, третья камера сейчас буду надевать. Так, этот вариант не понравился. Мне дали вот такую вот кофточку. Сейчас будут эти джинсы мерить. С вот такими сапогами. Так, мне тоже понравился этот лук. Ничего такой. Как бы вам показать? Так, если я зажму телефон, что-нибудь видно. Это мой последний лук. С моей юбкой. Сейчас поставить. Так. Вы еще на съемках увидите. И дали мне такую сумочку. Все, за 20 минут мне все переодели. Трым-пырым. Я старалась там быстро снимать, потому что это тоже их рабочий день. Чем быстрее переоденусь, тем быстрее все закончат. Вот, а сейчас я еду в другое место, тоже по работе. Все. Быстро прошел день. Сегодня писали проект еще погашен для съемок. И все. Смотрите, утро нищ. Тут кофе, чай, все дела. Сейчас я буду. Это же вода. Нужно найти кофе. А кафе. Сейчас попьем кафе. Мы приехали на съемки. 5 утра. Маленькая беспокоится. Агаш. Агаш. Ты маленькую. Мы маленькую. Я уже на съемках. Мою маленькую кошечку там ждет. Она сейчас будет в вестуаре. Нас будет одевать, красить. Не буду ждать, он там плачет маленький. 5 кошечек будет. Смотрите. Смотри, тут все котики. Моя маленькая тут. Моя маленькая. Такой вид на город. Там один плачет, тут спокойно все. Моя просто наблюдает, скажи. Ну какой-то котик, да, плачет. Скажи, я поплачу, да, немножко. Сейчас я приду за тобой, Агаш. Смотрите, тут такой завтрак. Я уже набрала себе. Ну как, у меня не сильно есть аппетит. Я фрукты точно съем, вот это не знаю. Мне не нравится мне тоже яйца. Вот сейчас я буду завтрак. Заначивать всегда такую кухню. Завтрак, обед, все дела, события вечером. Будет ужин. Так, сейчас мне будут делать макияж, красить.
и делать прическу. Ну, как, с таким видом. Все, сейчас пойдем прическу. Там делать макияж. Смотрите, мне сделали макияж и прическу. И зараз был из Франции. Тут вообще у нас сбор стран. Из Аргентины, из Турции, из России, зараз из Франции. В общем, международное какое-то сегодня коммерциальное. Мне очень нравится. Смотрите, там такая станция с зеркалами. Вот они так приезжают и красят. И, конечно, видео из туалета. Смотрите, немножко заражили меня, конечно. Такая оранжевенькая. И губы не домазали. Теперь вижу при дневном свете по-другому. Вот такой у меня образ. Девочки-припевочки. Школьницы сумку мне вручили, туда все сложила свои вещи. Блин, а сейчас, кажется, видно мою эту татуировку. А, вроде не было так видно. Ну ладно, думаю, ничего страшного. Буду вот такая вот. Прятать ее нужно, потому что татуировки сейчас будут замазывать. Если видят, это будет время дополнительно. Мне вручили, я носки сниму. Просто сейчас холодно очень. Я в куртке хожу. Вот, и буду в балетках. Такая вот школьница, да? Или, ладно, студентка. Первый курс. Все, всем пока. Пойду пить свой кофе дальше. Мы уже на съемку у дома и сладко. Вы прости. С Агашей ждем нашу очередь. Там, смотрите, вот мейн-куна огромного. Тут вот еще один мейн-кун. Там на съемке мейн-кун. Ну что, мы самый маленький, нам скоро нужно подождать. Маленькая Агаша. Ее надо послала, да? Да, принесла. Сейчас пойдем в туалет. 6 кошечек все такие. Нервничают маленькие. Агаша изучает пространство. А там уже идут съемки. Слежу, хожу. Она пробует на зуб. И по-рождески. Все еще ждем своего очереди. Да, Даша? Покажись. Как ты тут? Немножко получше, да, поспокойнее. И зачем тебе ставить бороду? Да, больше не пойдем на такой. Нормально. Дали другого котика. Мне дали другого котика на пару кадров. Персидский котик. Акимонито. Ты что такой красавчик? Я его буду нести на подушке. Кс-кс-кс-кс. Наблес руса? Не говоришь, что по-русски писают? Не говоришь по-русски. Я включила Агаше мультики для кошек. Вот, ей нравится. Отвлеклась она хотя бы немножко. Все, сейчас будет сцена моя с Агашей. Она хочет спать. Агаша. Агаша. Пошли работать. Агаша. Агаша. Кихару мы устроила Агаше. Сейчас еще, чтобы немножко посвежее было. Там я все закрыла, чтобы никто не мешал, ничто не отвлекал. Вот еда. Все тут рядышком. Так уж. Чик.
У нас в Бейтс я поменяла технику гардероб, чтобы не запачкать историю. Костюм. Сейчас покажу, что мне надо. Смотрите, такой супчик, салатик. Это супчик из-за хлебушек. Это перец острый, внутри сыр, подливки, немножко овощей и немножко риса. Вот такой обед у меня. Уже где-то часа третий час. Всем приятного. Так, я уже поднимаюсь в лифте на 19 этаж. 11-17. Нам дали десерт желе. Шикарно. Не знаю, почему-то у мексиканцев любимый десерт — это желе любого вкуса. Ну, я уже привыкла, но я не очень люблю желе. Ну ладно. Такое что-то легенькое после хорошего обеда. Буду проверять, как там агашу мою. Что хочу сказать. Почему-то всех картанули, кроме нас. Непонятные делишки. Да плачет котик. Да, Вашик. Плачет котик. Ты не плачь. Ты не плачь, Кашенька. Сейчас скоро тоже пойдем. Я в корм воды немножко добавила, чтобы она не безвозвольно не получила меня. Что воду напить не хочет, вот так вот с кормом. Нормально. Так, раз всех картанули, сейчас я буду показывать. Смотрите, всякие реквизит. Еще кошечки сейчас придут забирать. Такой вид. Тучки уже собрались. И там вот вся съемочная площадка. Очень прикольно оформлена. Смотрите, тут еще вот котик, который снимается. Привет. Привет. Да. Ты тоже звезда, да? Ты тоже звезда. Ага. Ой, блин, все, спи, спи, спи. Нам все свои вещи принесли. Смотрите, какой дождь. Завтра я буду там работать. В том здании. И все, буду отдыхать. Я эту неделю у меня только один выходной. Ливень, там даже молнии такие сияют. Куда-нибудь они попадут, эти молнии. Тут с Агашей вдвоем, я потом сниму завтра. Такая маленькая комнатка, короче. Что, не можешь залезть? Как я уже сказала, всех картанули, нам дали такую мини-комнату для ожидания. Смотрите, такую комнатку нам выделим, что мы одни остались. Ну, Агашенька спит. Я в 33-й раз поправлю макияж и прическу. С каждым разом это будет все хуже. Все тут ужасно просто. На самом деле кожа не так выглядит. Тут уже все. Это 33 слоя пудры, 33 слоя тоналки. И губы, смотрите. Зацените, а? Кажется, посадят дома. Такие штучки, дрючки тут. Камера будет снимать другой стороны. Будет снимать камеру. Нам принесут сейчас кошек. Ah, ahorita no, creo que se van a quedar nada más con... Pero esa que está genial. No sé. ¿Se pintó la cámara? Y la escena sí se vio así como... Ok, снимай спит. Ну, прости, еще немножко. Видишь, у меня все исцарапали какие-то кошки, а ты меня даже не покусали ни разочек. Давайте мою свою шлетку. Все, у нас наконец-то спустили домой. Мы едем домой. Возможно, 8 час. Так, завершающая часть этого влога. Мы едем домой. Два, скажи, все у нас забрали. Мы едем домой спать, есть, мыться, потому что нам завтра опять на работу. Ну как нам? Мне. 8:30, опять я иду на работу. Да? А тебе же дома отдыхать, моя сладкая. Все, уже перевели все деньги, заплатили. Молодец, большие деньги зарабатываю.
Все, всем пока.